В новостях телеканала «Союз» рассказали, что в республике Коми отметили День Крестителя Зырян и престольный праздник Федерального собора. Репортаж был посвящен Стефану Пермскому и его деятельности. Он был современником таких святых, как Сергий Радонежский, Андрей Рублев и Дмитрий Донской. На территорию Коми он пришел в конце 14 века, составил зырянскую азбуку и перевел на нее богослужебные книги. В 16 веке Русская Православная Церковь причислила Стефана Пермского к лику святых. В самом репортаже наши коллеги показали кадры праздничной службы в Стефановском кафедральном соборе. Три праздника: Христово воскресенье, Стефанов день и День Победы, они все красной чертой соединяются в любви к Богу и к ближнему. Это радость триедина, это радость светлая, она лучезарная. Кроме богослужения, где принимали участие лишь священнослужители, были показаны и уличные планы главного храма нашего региона.